Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Задание за зомби, нам нужно с тобой пройти вот эту вот миссию. Снимите шкуру с апельсина. Будем играть за разгрома, поехали. Но что-то мне подсказывает, что я вроде бы ее проходил. Не пересматривал свой видос прошлый. Ну ладно, ничего страшного. Так, давай-ка сделаем. Вот этих ребят тоже поменяем. О, как все запущено. Все, ребята, намного хуже. Мне, конечно, дали здесь карты офигенные. Так, ну первого хода у меня нету. Опачки, а я разве брал карту такую себе? По-моему, нет. У меня аж мозг разболелся. Говорит супермозг. Ладно, пропустим, посмотрим, что он сейчас поставит. Опа-на, вот тебя-то тут и не хватало. Эй-эй-эй-эй, тихо-тихо. Ну, гаденыш, а. Ладно, одного мы с тобой уничтожим. О, забыл поставить, друзья мои. Вот это-то надо было влепить. Так, призрак. Слушай, ну хоть где-то нам улыбается удача. Я сейчас подобью этого шитика с помощью призрака. Посмотрим, что он сейчас... О, он ничего не стал ставить, поэтому, друзья мои, сделаем с вами вот так вот. Хопа. Пропускаем ход и смотрим, кого он тут будет выставлять. О, заморозка. Да иди ты, знаешь куда. Так, все растения получают минус один, минус один. А тут просто минус один. Как нам сделать-то лучше, а? Ну, наверное, вот так вот. А здесь мы можем поставить с тобой безумие, да? Только от этого толку никакого не будет. Ладно. Эх, бедное привидение. Да, погибнет. К сожалению. Так, нам выпадает медик. Это, кстати, хорошо. Энергия пока у нас у всех одинаковая. Вытаскиваем по карте. Слушай, я могу, наверное, сделать вот так. И, наверное, сделаем с тобой вот так. Посмотрим, что нам за карту вытянут. Нам дали с тобой козла. Я его поставлю вот сюда. Ну что? Его ход, смотрим, что он будет делать. Наверняка сейчас будет выставлять орехи. Мне почему-то так кажется. Нет, он делает чисто добор карт. Ну-ка. Блин, и ставит всем неуязвимость. Вот ублюдок, а, мелкий. Да что ты, это уже бесполезно тут бомбить. Еще и вот этого шитика вставил. Как бы мне их бомбануть-то всех, а? Сейчас тут, конечно, он сделает крутую разборку. Всех меня поуничтожает. Кстати, у меня два зомбобота, смотри. Ну-ка. А что он делает? Вот он бросает какую-то ерунду, но толку я не вижу от этого. Да что ты там творишь-то? А, он по боссу бомбит втихую, все, я понял. Значит так, нам нужно с тобой, наверное, сделать вот таким вот образом, да? Хильнемся. А вот мага нужно ли нам призывать? Ну, если я даже его сюда поставлю. Так, какую-то карту получаем с собой. Опа! Заморозка всех растений на земле. Слушай, ну это же прикольно. Мы сейчас можем с тобой всех заморозить. Это же суператака заморозга. Ха-ха. Ну да, конечно, ага, разогнался. Блин, вот здесь, конечно, плохо. Так, мина идет сюда. Он мне все заморозками, да, смотри, делает. А мы тоже с тобой применим заморозку. Вот таким вот образом. Опачки, вот эти вот все чудики замораживаются у нас. Окей, поехали. Жалко, конечно, что мы с тобой медика потеряем. А почему этот не заморозился, а? Интересно мне знать. Ну что, теперь нам пора с тобой вызывать зомбобота. Так? Я думаю, что именно так. Ну ладно, приступим. Воу, третий.
Ну-ка, давай-ка я влуплю. На, получи. Все, все сдулись. У нас одна единица энергии есть. Мы можем с тобой безумие поставить. Только вот нужно ли оно нам? Все зависит от того, кого он будет сейчас выставлять. У нас с тобой еще три зомбобота. Ты представляешь, три. А, вот у него что есть. Ну, он уничтожит мне вот этого, да? Маг-то еще останется. Так. Ну, какого лешего ты? Давай-давай-давай-давай, сюда вот, обратно. А, блин, камыш. Ну что, делаем тогда с тобой безумие. У нас плюс 2 к хп будет. По крайней мере, электрокамыш нас не уничтожит. Поехали. Опачки. Так, мы можем с тобой еще усилиться. Так, и 4 урона в лицо. Слушай, у него всего 10 хп остается. Что мы можем с тобой сделать? Мы можем поставить с тобой вот этот ландшафт. Или же призвать зомбобота. Можем? Да вполне. Причем на изи. Давай, наверное, так с тобой сделаем. Пускай он отвлекается на него. Хотя я думаю, что у него есть эти газонокосилки, да и всякая прочая ерунда. А этого поставим сюда. Это у нас подтанцовщик. Опа-на, сразу съедает танцора. Перелетает этот чудик вот сюда. Так, что там? Ах ты, смотри, что он сделал. Но мы ему тоже, ребят, перекроем кислород. Ха-ха-ха. Он думает, что все так легко и просто будет. Нет, парнишка. Ох, сейчас еще 4 в лицо ему дадим. Ну что же, 6 хп у него остается. Мы можем поставить неуязвимость на нашего зомбобота. Так, карты. Вот самое удивительное, что мы добираемся все время карты. Если я поставлю вот эту вот сюда. Так, при получении урона наносит 2 единицы урона растению герою. Слушай, ну это круто. Я, знаешь, чего побаиваюсь? Только одного. Как бы у него не было... Как бы... Блин, как бы у него не было этой... зубостезилы здесь. Ох ты, смотри-ка. Орешек поставил. Да ладно, цитрон. Ты хочешь сказать, что у тебя ничего нету путевого? Слушай, ну неуязвимость мы пока тратить с тобой не будем. Погнали. Бамс. Опачки. Так, что у него там? Превращает, ага, в случайного зомби. В какого-нибудь ватника, да? В трубочиста, друзья мои, превратил он. И всего 4 хп остается. Усиливаются наши карты. Как ты понимаешь, у нас все ячейки забиты. Я могу только лишь поставить нашего водяного вот сюда. Да? Ё-моё. Ну что ж, давай поставим его сюда. И посмотрим, что он будет делать. Да ладно, цитрон, ты меня удивляешь. Не может быть. Так, что там? Ага, добавляет волшебный росток баба себе. Блин, мне, наверное, чуть-чуть не хватит, да? Ладно, мы поставим с тобой вот сюда неуязвимость. Вытягиваем карту. Фараон. Ё-моё, я не завидую, конечно, этому цитрону. Так, 2 в лицо дадим. То есть остается у него всего 1 хп. Хотя, подожди, по-моему, мы... Да, друзья мои, добиваем. Слушай, ну кто-то мне говорил, что последний босс цитрон будет там просто имба. Но ты видел, что я его разобрал на изи. Без каких-либо проблем. Так, ну что, на этот раз действительно все или как? Друзья мои, ну вот, я прошел, поэтому не надо говорить, что я не прошел. Вот он, последний уровень, на ваших глазах. Проходил второй раз. Но больше всего меня удивляет, конечно, растение. Как за них играть, я ума не приложу. Понимаешь, вот это вот бессмертие, которое сейчас будет у нас выпендриваться. Ну вот как вот против нее драться, а? Вот скажи мне.
Я уже тут все перепробовал, все всякие варианты, и ничего мне не помогает. Ай, ну что, попробуем еще разок, да? Попробуем, наверное, мы с тобой еще разок. Так, у нас есть заморозка, есть рикошет, камыш, бананы. Да, в принципе, все есть, ребят. Ладно, давай попробуем. Выбираем. И вот она, бессмертие противное. И все из-за того, что, ребята, у нее есть вот эти вот зомби. Так, что нам тут с тобой? В принципе, рука неплохая, можно вот эту вот убрать пока. Зачем? Ну зачем мне вот это здесь, а? Поехали. Да, я знаю, что начинает она с тремя навязчивыми призраками. И вот эти вот призраки сейчас будут мне тут мозг выносить. Ну, например, я заныкаюсь, да? Вот сюда вот. Предположим. Поехали. А, он сейчас выставит тоже кого-нибудь. Видишь, создает случайного зомби. Оу, 4-1. Ты серьезно, что ли? Блин. 5-1. Ну, как ты понимаешь, одного призрака мы уничтожили. Но это только начало. Так, слушай, ну вот это неплохо. Смотри, сейчас что будет делать. В него, конечно же, бомбить. Кто бы в этом сомневался. Нам с тобой делать-то и нечего. Если только... Слушай, вначале мы сделаем с тобой рикошет. Я попробую вот этого убрать отсюда. О, не то. Немножечко сделать с тобой, ладно. Надо вот этого убирать. Пускай даже уничтожит наш Арсений. И смотри, у меня с картами вообще беда становится. У меня всего три, а у него там, ё-моё, целый арсенал карт. Надо же, что мне дали, ты посмотри. Так, охотник вышел, да? С какого перепуга он прока... А, у него же еще сила растет. Эй! Ты не... Ну вот как тут быть, а? Хорошо, давай сделаем с тобой, наверное, вот таким вот образом. Так, 2 плюс 2. Кому сделаем? Ну давай сюда влепим. Все равно нас сейчас тут будут разбирать. Так, минус охотник. А здесь тоже минус охотник. А тут, как ты видишь, наш орех подбили. Так, рикошет. Но он мне сейчас вообще здесь не нужен. А он все уставляет своих зомбарей. Ну, если я в конце концов сделаю вот так. Ага. Два баба мне дали. И мы получим с тобой сейчас 3, 5... 8 урона, а у меня всего 9 хп. Еще размещает зомби-астронавта. Ну, жулик, а. Ну, вот как вот драться, а, можно. Растение получает 2 плюс 2. 2 плюс 2. Ну, если я сюда поставлю, да, это получается... Мы не уничтожим с тобой этого зомби, хотя... Хотя давай поставим. Так. Минус. Всего 4 хп. Ну вот, вот, друзья мои, начинается. Ну вот как вот мне его бомбануть, извини. Если только, конечно, рикошетом. Если только рикошетом. Ладно, сделаем рикошет. Так, а нам тут крышка, друзья мои. Вот этот призрак и вот этот нам нанесут 6 единиц урона, а у меня всего лишь 4 хп. Вот объясни мне, как я должен с ней справиться, а? Вот как? Ага, сработала защита. Только толку-то мне от этого. Сохраним. Электрокамыш. Ну вот, он опять вызывает, а. Ты посмотри. Воу-воу-воу-воу, 6-5. Так, предположим, мы его уничтожим, да? Точнее, мы обменяемся. Ну а дальше-то что? Поставим сюда камыш. Сюда
бобовые. Погнали. Так, в ответочку. Он же сейчас вызовет своих призраков сюда, понимаешь? Которые стоят дешево довольно-таки. Да, с картами у него, конечно, проблем вообще никаких нету. Ну вот, опять вызвал призрака. И мне его уже не достать. Смотри, что творит, а. Сейчас будет понижать мне атаку здесь. Ну вот как мне на воде быть, а? Вот объясни мне, кого мне на воду поставить? Никого я не могу влепить. Оу. Ну тут проиграли мы с тобой. Однозначно. Даже если я тут все сделаю как надо, все правильно, все равно ничего у меня не получится, да? Пять в лицо. У него сейчас сработает защита. Абсолютно никак не получается. Че бы тут ни делал. Так, все растения на земле получают минус один, минус один. Смотри, что он творит, а? Еще и астронавта поставил, чтобы прикрыть. Ну вот объясни мне, пожалуйста, на милость, как здесь проходить. Все, ребят, нас уничтожают. Как проходить? Не пойму. Ладно, давай еще разок. Еще, как говорится, попытку. У нас, кстати, уже 415 гемов. Это классно. Блин, как же нам быть? Я пробовал уже и за бабаха играть. Да за всех. Но не получается. Так, что у нас еще за герои? Так, пенек, огонек. Ну-ка посмотрим информацию, что здесь у нас. Так, имеющиеся карты. Блин, я даже не знаю. Изменить. Ну и что тут менять? У нас есть с тобой... Так, подожди, атака... А почему только одна? Дай-ка мне еще, наверное, немножечко такой атаки. У меня здесь что, на грибах, что ли, все сделано, да, получается? Угу. Так, ну, может быть, попробовать за огонька сыграть. Так, уберем с тобой здесь. И... А что ты делаешь? Можно узнать. Так, при использовании наносит одну единицу урона зомби-герою за каждое растение. Ага. Вот, значит, что ты делаешь. Но если я взял грибную поляну, нам, наверное, нужно будет грибы сюда брать. Даже и не знаю, как лучше сделать-то, а? Как лучше сделать? Карты вроде бы неплохие, да? Так, а этот у нас наносит 3, да? Атаки сразу. То есть, если у нас будет довольно сильное какое-нибудь растение, мы можем сделать 3 атаки бонусные и порвать. Так, вот, наверное, уберем с тобой. Клевер. Клевер, это, конечно, все хорошо. Но он уничтожает растения, понимаешь? Если он видит довольно сильный цветочек, он сразу его бомбит. Давай добавим, может быть, с тобой вот этих побольше, а? Сколько он наносит? 2 единицы урона. Против призраков. О, кстати, вот это вот хорошая карта. Если я не ошибаюсь, это превращается в случайное растение, цветочек, да? То есть мы можем с тобой выбрать вообще какой-нибудь липовый цветок, растение, там, гриб, я не знаю. И просто его превратить в другое растение. Только вот кого взять? Так. Огненный горхострел. А зачем он мне здесь нужен? Не знаю, ребят, ну что, попробуем, наверное, уберем горохострела огненного и поставим с тобой вот так вот. Поляна грибная есть, если что. Этих, может быть, этих взять нам, а? Только лишь потому беру, ребята, что мы сможем, если что, спрятать их за наши орехи, которые там будут стоять, да, и он может превратиться во что-нибудь случайное. Также у нас тут с тобой 3 винограда. Многовато, ну да ладно, пускай будут. Ну что, уберем, наверное, вот этого. Так, и что еще? Еще 2 карты нужно убрать.
Микс оставим. Блин, как бы все нужно. Ладно, уберем одну виноградину. И капусту надо оставлять. Ну, давай уберем с тобой, наверное, одну банановую бомбу. Че, друзья мои, рискнем таким вот составом? Понимаешь, что тут проблема в том, что я не могу хиляться. Он меня очень быстро бомбит на самом начале этапа. И я ничего не успеваю сделать. Так, дали мне банан зачем-то, блин. Так, этого... Ага. Ну, уже что-то, ребят. Поехали. Так, начинает она, короче, со своими призраками. Нет, охотник, не надо, пожалуйста, выпендриваться здесь, не надо. Конечно же, мы его будем в первую очередь уничтожать. Вот так вот. Так, а у огонька у нас что тут? Так, растение получает плюс 4 к атаке. Плюс 4 к атаке, ладно. Когда растение проводит бонусную атаку, вытягивайте карту. Угу, даже так. Ну, давай я, наверное, его сюда поставлю. И сделаем с тобой атаку на орех. Вот таким вот образом. Ну что, смотрим, что он выставляет здесь. Ты смотри, что делает, а? Просто взял и уничтожил орех. А у меня всего 3 карты. Ну ты что, издеваешься, что ли, а? Вот он издевается просто надо мной. А, ё-моё. Мне больше здесь и поставить-то нечего. Ха. Так, далее нам с тобой груши. Оу, сейчас будет добор энергии делать. И выставлять здесь всех, да? Вот тебе, пожалуйста, призрака выставил. Уничтожил мне маленького гаденыша. Так. Сделаем таким вот образом. И переведем вот этого чудика, наверное, вот сюда. Ну что, получим с тобой 2 единицы в лицо. Получается так. 4 энергии. Как ты меня заколебала. Была бы какая-нибудь, я не знаю, электрокамыш. Где камыш? Где мой электрокамыш, который любит бомбить? Я не понимаю этого. Ой, ладно, выставляем. Поехали. Но нам сейчас, конечно, все равно тут навтыкают. Аж 7 урона. Так, что нам тут выпадает? Растение получает 2 плюс 2. Ну, давай сюда поставим. 11 здоровья. Как ты меня бесишь со своими призраками. Ну, серьезно говорю, а? Я просто... Вымораживает меня это все дело. Так, около лиственного. А затем наносит бонусную атаку. Ну и что это мне даст? На тебе. А нам сейчас тут прилетит, мама не горюй. Зомби получает плюс 3, плюс 3. Все, по-моему, мы отыграли свою партию. Вот объясни, как тут драться. Ну и что, 3 единицы урона зомби, да? Ну вот этого что ли валить? И все. Ума не приложу, как быть. Эти призраки меня вымораживают. Так, огонек, давай-ка мы опять тебя все-таки поменяем на... На кого? Здесь, понимаешь, вот здесь вот классно, здесь есть камыши. Вот это вот, наверное, нам не нужно. Хотя я ее оставлял чисто для добора. Вот эти карты почему-то вообще не выпадают мне. Может быть, нам взять с тобой Бонгчоя? Но он будет быстро погибать. Взял заморозок. Тут целую кучу пеньки. Пеньки меня тоже тут навряд ли спасут. Вроде бы и на воде есть зомби, да?
Все как бы хорошо. А этот у нас когда, ребята, плюется? Ну-ка, давай посмотрим. Все растения со способностью амфибии получают плюс один, плюс один. Угу. Плюс один, плюс один. До восьмого хода фиг доживешь. Так, а вот это что у нас? Это ландшафт, мокрое место. Мокрое место. Здесь зомби получает... Ага, три к атаке. Три к атаке. А этот у нас что делает? Рикошет зомби. Ага, на ландшафте. Но для этого нужно ландшафт еще сделать. Хотя ландшафтов здесь вроде бы хватает у меня. Ох, ядрена вон. Ладно, попробуем. Потом, если что, возьмем бабаха. Ну, я тебе говорю, что бессмертию, сколько я раз не пытался побить, у меня ничего не получалось. Капуста. Заморозка. Вот так сделаем. Ну, поехали, попробуем. Ну все, 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 хорош, я уже понял. Так, урона 5 по линии. Перемещает зомби на эту линию. Перемещает зомби на эту линию, да? Пока не буду трогать. Пропустим просто тупо ход. А он размещает летучих мышей. Вот так вот. Начинается, короче, да? 3-1. Где мои тако, а? Скажи-ка мне на милость. Где мое, черт подери, тако? Что можно здесь сделать? Нам надо как бы его и заморозить, по идее, да? Жесть какая-то. Мне даже нечего здесь поставить. При использовании сверху. Ну-ка. 2-4. Отлично. Так, уничтожаем с собой этого охотника. Бедные орехи получают по орехам. Да. Еще ни одного зомби мы с тобой не уничтожили. Опа. Ну. 3 энергии получает. Ты представляешь? 3. Что я могу здесь замутить? Так, можно сюда вот так вот поставить. Ага, давай-давай, карту-то вытягиваем. Вот так, заморозить этих, что ли? Или вот этого, наверное, мы с тобой заморозим. Поехали. Зомби наносит бонусную атаку. Вот так вот это все дело происходит. Где мой камыш, когда он мне сейчас нужен? Я не понимаю, где он? Ага, растение получает. Ну и что, что он получает 2 плюс 2? Ну давай я поставлю, например, сюда. К примеру. Ход зомби. Опять навязчивый зомби здесь появился. Ну ты смотри, а. Уничтожает, конечно же. Ума не приложу. Так, ладно, мы с тобой попробуем уничтожить этого зомби. А вот этого. И... Ну и вот этого. Так, получается, да? И можем, например... Ну, тогда я вообще без карт останусь. Если мы будем с тобой пробивать. Ладно, пробиваем. Пускай летит отсюда. Понеслась. Минус. Он сейчас вызовет Гаргантюа. А у меня против него ничего нету. И еще 3 в лицо. Бумс. И 8 хп остается.
Ну и что мне от этого бонг-чоя? Вот толк, объясни мне, какой. Сейчас понизит жизнь и атаку. Сейчас еще одного призрака. А, вот он как делает. Три энергии получает. Так, что мы с тобой можем сделать? Вот этих вот летучек сюда переместим. Окей, предположим. Так, сюда, если я поставлю бонг чоя. Или вот сюда его лучше влепить. В общем, я остался без карт. Зомби получает 3 плюс 3. Все. Кранты сейчас будут нам. У нас останется 2 хп. Вот объясни, ну как вот тут играть, а? Я ничего не могу сделать. Я абсолютно здесь ничего не могу сделать. Все, ушатали. Да. В общем, друзья мои, вы все прекрасно видели. Это просто невозможно. Не выпадают мне нормальные карты. Может быть, есть только карты, когда хорошие выпадут. Что-то из этого да получится. Ну, а в данный момент вообще ничего не выходит. Так что, я думаю, наверное, мы лучше пойдем с тобой поиграем на арене. Немножечко, да? Так, эксклюзивный набор. Больше команда. Так, больше стратегии. Но это у нас для зомби. Гарантия редкого члена команды или лучше. Да спасибо, за зомби мне уже не нужно. Я за них уже прошел, как говорится, миссию. Так, битва, Серебряная лига. А вы, кстати, друзья мои, напишите, как можно порвать эту бессмертию, какой колодой или кого взять. Так, кстати, мне дали противника очень мощного. У него 24 уровень. А, начало есть вроде бы. Так, смотрим. Все ребята, которые играют на арене, они именно с комбинацией, с определенной, орудуют. Тут нет такого, абы как, абы что. Так, ну что, пропускаем ход, у меня тоже ничего нету. Орех. Орех — это еще тот хитрец. Так, проверим. Опять ничего не стал делать. Странно. Так, охотник. Ну, давай поставим сюда. Чё ты, орех, тупишь, а? Тем более здесь какой-то кореец. А я знаю прекрасно, что они там такие вытворяют штуки. Вот он делает, думает. Составляет 100% какую-то комбу. А против меня? Ну, орех. Понятно. Понятно, что он сделал. Уничтожаем. Поехали. Так. 13 хп мы ему уже оставили. Но радоваться пока еще рано, поверь мне. Так, я пропускаю ход. Ну давай, орех. Ах ты. Плохо. Оу, еще удваивает жизнь. Вот это вообще... чертовски плохо. А что я могу сделать? Что я могу сделать? А минус 2, минус 2. Ну это ерунда. Твою ж налево, блин. Ладно, сделаем вот так вот. Поехали. Так, что у него там? Неуязвимость, наверное, да? Или что? Да, помог я, короче, да? Оу, наш спасительный круг явился нам. Пропускаем ход. Так, уничтожает растение. Как раз мне нужно уничтожить вот эту ягоду. И он 100% знает, что я пропустил ход для использования 5 энергии. Ха-ха-ха, жук, а? Ну, орех, ну хитрец. Еще там что-то облизывается.
Но все зависит от того, кого он сейчас поставит. Если он поставит... Опа. Ага. Так, ладно, предположим. Поехали. Что дальше будем делать, а? Вызвать вот эту амфибию. Как вариант. Он сейчас будет заниматься, конечно же, им. Опа, нет. Ага, герой становится неуязвимым на этом ходу, да? Тут он меня, конечно, подловил. Тут он меня подловил. Так, у нас на ландшафте же, да? Получается 6-6. И мы уничтожим с собой этот фонарь. Мы с тобой уничтожим этот фонарь челюстью. Так, ну мне нужно... Оу, зомбобот. Ну, до него нужно еще дожить. Давай вот так вот сделаем. Так, панк. Панк. Пока ничего не буду не делать. Пропустим с тобой. Так, уничтожает зомби, естественно. Так, что он там? А он в курсе? А, нет, ребята, ему еще пока не конец. Так, еще 5 в лицо сейчас мы ему надаем. Опять у него эта защита сработала. Слушай, он запарил. Ну, что ты там мешкаешься? Как меня бесит, когда вот это в ожидании. Только не говори, что он... Нет, он не сдался, он ставит стен орех. Так, мой зомби улетает. Спортсмен. А, так, ну, давай поставим, наверное, вот таким вот образом. Вытянем еще карту. Опачки. О, это радость, ребята. Эта девчуля сейчас уничтожит нам вот этот орех. Пропускаем ход. Так, кто там у него появится сейчас? Кого он поставит? Нам всего лишь 8 единиц урона нанести, и победа будет за нами. Но какие карты у этого Дейза, я без понятия. Что у него там в руке творится, что он там обдумывает, какую комбинацию. Ну, не зря он этот ландшафт сюда поставил. Так, если растение наносит урон отсюда, да, и выживает, герой получает столько же здоровья. Так, ладно, потратил свою капельку, дальше что? А вот это плохо, ребята. Это же уже не орех, так ведь? А, это ягода. То есть мы его можем тоже уничтожить. Так, он еще делает шаманство. Ага. Так, ты же уничтожишь его? Да. Отлично. Так, ну что, по-моему, 2, 6. Все, ему крышка. Ха-ха, он сдался. Он, друзья мои, сдался сам. Но он понял, конечно, тут фиг ли сделаешь. Тут, как говорится, не поспоришь. Да, разгромчик, друзья мои, рулит. Так, мы еще должны с тобой получить, по-моему, одну. Да, и переходим на 17-й ранг. Вот так вот. Плюс 20 гемов к нам в копилочку падает. Ну что, на дорожку, наверное, еще одну миссию. Ну, точнее, еще один поединочек сыграем с тобой. Так, мне дают 9 уровня бойца. Хм. Радоваться рано, потому что, несмотря на то, что он даже 9 уровня, он может нам таких тут звездюлей прописать. В общем, первого хода у меня не будет, начнется все со второго, ну и уже по возвышающей, там, 3-й, 4-й, пропускаем ход. Странно. Зеленая тень тоже никого не стала ставить, то есть нету, да, слабых карт. Ну, начнем тогда мы с тобой с нашего зомби-сумоиста. Он очень неплох, особенно для маленьких растений. То есть он может... В плане!
Ну, это, ребят, халява. Это была халява, тут по-другому не скажешь. Выиграли, да? Ну, спасибо тебе большое. Дал мне, так сказать, шанс чуть-чуть еще приблизиться к 18 рангу. Ну, тогда, друзья мои, естественно, будем еще один бой, потому что противник сдался. Видимо, в руке ничего не было хорошего, поэтому вот так вот вышло. Ладно, давай попробуем. Хотелось бы, конечно, до 20 ранга дойти, но это очень долго. Опачки, против нас будет орех драться. Но, в принципе, вот такой расклад меня устраивает. Так, ход зомби. У меня нету первого хода. Я могу только поставить вот эту штуку. Мы с тобой так и сделаем. Надеюсь, у него нет ландшафта, чтобы перекрыть. Так, у меня здесь обычный зомбик. Давай, наверное, сделаем с тобой... Карту вытянем. Да иди ты! Но... Ну, более-менее что-то выпало. Так, что он сделает? Ага, размещает стену орех. Ну и, соответственно, прикрывается. Давай, давай, иди сюда. А, в принципе, ребята, какая разница, у него уже нет атаки. Хотя мы его уничтожим. Подсолнух выстрел, думал энергии набрать себе, да? Думал себе набрать немножечко энергии. Где моя девчуля с орехами? Опачки, прикрылся. Так, это ты, конечно, радуешься, это зря. Он все хочет накопить энергию себе дополнительную. А что я сделал? Я ему понизил атаку, а толку-то от этого? А толку-то от этого никакого нету. Ну что, сделаем с тобой, наверное, эволюцию? Или не будем? Подожди, что он делает вообще? Ага, понятно. То есть поблизости растения, которые он будет выставлять, будут получать здоровье, да? Будет получать здоровье. Ладно. Сделаем вот так вот. Все, готов, хлопчик. Ну, что-то там. Опять кого-нибудь сюда поставишь? У него с картами-то, кстати, очень хорошо все, в отличие от меня. Оу! Блин, уничтожит мне этого зомби. А возможно даже... Нет. Что-то не стал там применять. Не стал ничего применять почему-то. Так, секундочку. Ну, если я, например, поставлю... Вот так. Да чтоб тебя, дикий подсолнух. Да иди ты. То есть он хочет себе восстановить здоровье, да? Плюс набрать энергию. Это плохо. Да чтоб тебя, блин, да... Че у него так срабатывает блок? Че он там восстанавливает всем здоровье? Ладно, пускай восстанавливает. Восстановил, да? Так, отняли у него энергию, ну, якобы. Так, теперь надо подумать. Это же спортсмен или нет? По-моему, нет. Так, у нас минус 2, минус 2 на ландшафте. Что мы тут можем с тобой сделать? Ну, давай, наверное... Поставим вот так вот спортсмена с неуязвимостью. Оу, нет, нет, нет. Орехи тут сейчас свои повыставляет. Ай-яй-яй. Вот это плохо, друзья мои. Ладно, пропускаем. То есть ты хочешь сказать, что ты ждал специально вот этого говнюка, чтобы выставить орехи свои? Да? Зомбобот, мне нужно до него как-то дожить еще. А как ты до него доживешь, а? Как ты до него доживешь? Хм, вопрос интересный. Ладно. Сделаем отхил.
пропускаем ход. Давай, давай, давай. Ага, уничтожает зомби. Короче, зомбобот, друзья мои. В следующем ходу пойдет у нас с вами зомбобот. Ну что, наверное, вот этого Гаврюшу мы с тобой убьем. Поехали. Прощай. Так, подсолнух уничтожили. Здесь три в лицо. Слушай, а может быть пока не ставить нам зомбобота, а? Давай мы с тобой, наверное, или поставим. А, у нас 8 энергии. В любом случае не получится поставить. Куда, куда? Куда поставить? Вот сюда, сюда. Давай, наверное, сюда. А этого вот сюда влепим. Так, уничтожает надгробие. А кто у меня там был? Я уже забыл. Ох, хороший зомби был. Хороший был. Так, вот он хорошо сейчас сделал. Все тут поставил как надо. То есть нам нужно будет только продержаться. А мы продержимся. Так. Давай вот сюда вот поставим. И надеемся на то, что у него здесь не будет какой-нибудь кабачка. Только на это будем надеяться. Ага. И все? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас. Серьезно? Ты серьезно? Ты подож... Твою ж нали... Ребят, ну вы поняли, да? Проиграл. Офигеть, как так подсчитал-то все, а? Я даже не ожидал такого, если честно. Так, еще партия. Раззадорили меня только они. Блин, надо же. Выставил этого охламона. Посмотрел, что у меня нет энергии, да? И на тебе. Ну я... Ой. Ну это вообще какой-то новичок, ребят. По идее, даже и колоды там нормально там не должно быть. Вот так оставим. Поехали. Так, вытягивает карту. Прикинь, сейчас меня накумарит. Вот будет веселуха. Ну все, давай, хорош там. Думает, соображает. Тень. Тень. Не спать. Так, дали мне безумие. Безумие, ну вообще сейчас не при делах оно, да? Слушай, он сейчас как новичок будет, наверное, 3 часа тут думать. Ну, первый ход у меня есть, если что, я смогу уничтожить вот этими вот челюстями. Растение, если оно будет иметь 1-1. Если там, например, или же 2-1. Тоже можно его подбить. Главное, чтобы была всего лишь одна единица здоровья. Ну что ты, ну зеленая тень, ё-моё. Ну там понятно, можно, ребята, встать в положение, потому что он второго ранга, это деревянная лига. О! Засуетился. Засуетился. Так, наверное, мы... Слушай, я пока не буду ничего делать. Но я уже предполагаю, что здесь будет за колода. Чувак хочет сыграть на заморозке. На заморозке. Заморозить ему некого, да? И нечего, поэтому он не будет здесь сейчас пока прокачиваться. А мы с тобой подождем, кого он в следующем выставит. Так, я еще себе могу позволить пропуск хода. Окей. Ну, а теперь уже действительно пора вступать в бой. Так, этот у нас чудик понижает атаку на 2 единицы. То есть, ты понимаешь, да? К чему я веду? Ой-ой-ой. Зачем ты этого Гаврюшу сюда вызвал? Объясни ко мне. Поехали. Так, уничтожаем. Что нам с этим Гавриком делать? Угу. Есть у нас спортсмен.
Отлично, колизейчик выпал, выставим его вот сюда. Так, какие у него будут дальнейшие действия? У нас с тобой... О, друзья мои, 4 в лицо получает парень за это. Ага. Так, неуязвимка есть, но я хочу поставить амфибию сюда. Поехали. Так, смотрим. Да ладно. Не может такого быть. Даже не хочу тратить безумие на это дело. Так, ну что, будет по центру бить или нет? Своим шаром гигантским будешь бить? Тень. Эй, сдаешься что ли? Походу дела чувачок сдался. Ну да, если сейчас не возьмет эту карту, то он вышел из игры. Понятно. Ну это было предсказуемо на самом деле. Да что ж такое-то, а? Дайте мне... Вот одна только была драка хорошая, согласись. Добротная, так скажем. Где мы действительно с тобой хоть что-то показали. Так, переходим на 18 ранг. То есть еще 2 ранга и я буду в золотой лиге. А в золотой лиге, ты сам понимаешь, там уже совсем другие награды. Да и противники, поверь мне, там жесткие. Там такие комбинации его делают, что уши заворачиваются. Виннер 290. Слушай, бабахом играет. Играет он бабахом. Наверное, возьмем, ставим. Так. В принципе, меня все устраивает. Единственное, что не устраивает меня вот эта лужа нефти. Так, соперник вытягивает карты. Ход зомби, конечно же, у меня пока нету. Я могу применить только заклинание. Он ничего не стал делать. Так, ну что, будем выставлять зомби. Я знаю, что он будет делать. Он будет ставить мину. Как пить дать? Он поставит свою бомбочку. В плане. Я ошибся, что ли? Ну, на воде-то ты точно никого не поставишь, верно, парень? Никакой мины тебе здесь не выставить, поэтому тебе придется его уничтожать или получать 3 в лицо. Ага. А что этот делает, чувачок? Синтез. Здесь растение получает плюс 2, плюс 4. Упс. Его надо будет как-то уничтожить, а как? Как мне его уничтожить, объясни. Через эволюцию? Ну, через эволюцию можно, да. Он 100% кого-то хочет туда влепить. Но мы ему не дали такой возможности. Ага. Так, блин, у меня энергии нету. Ё-моё. Так, ну что, 8 хп остается. Сейчас он вытянет карту еще. Так, это у нас кто? Орех вообще или кто это такой? Это корень. Это корень. Ну давай вот так вот сделаем. У него сработает защита, да? Получается, с моего хода. Там наверняка будет мина. Блин, вот это плохо. Опа, 3-5 стал. Короче, мы с тобой сделаем вот так вот. Этого Гаврюшу раздавим. А вот этого зомби укрепим. Вот таким вот образом. Поехали. Уничтожаем. Сейчас сработает защита. Он будет сюда, наверное, минус ставить. 5 хп всего лишь. Че он там мутит, а? Че там мутит какую-то мутью? Предположим, ребят, предположим, так сделаем. У нас есть с тобой курица, как ты видишь. Чего? Ты издеваешься, что ли? Да ну завязывай.
Так, получает одну единицу урона. А, наоборот. Слушай, ну я не знаю, что он хотел этим доказать, друзья мои. Но ты понимаешь, что ему сейчас крышка. Поехали. Вот этот сейчас у нас. Опс, ничего себе. Смотри-ка, что они делают. В плане. А что? Это что, не такие необычные стебельки? Так. В кого он превратится сейчас, а? Хе-хе-хе. Я понял. Ну что, делаем с тобой, наверное, вот так вот. И вот так. Хватит у него перекрыть всех моих. Да, здесь хватает. Орех поставил. Орехи дешевые, ты сам понимаешь. Ну, на воде-то тебе тоже нужно, парень, кого-то поставить. Ты ведь это понимаешь? Если у тебя нет водных растений или какой-нибудь магии заклинания, то мы пропишем тебе просто-напросто 7 в лицо и все. Так, все растения получают. И что? И что? Да. Это было глупо. Ну, от безвыходности просто-напросто он это сделал. Давай. Бамс, все, друзья мои. Разнесли в пух и прах этого бабаха. Ну, а мы с вами, ребята, будем, наверное, заканчивать на сегодня. Серебряная лига. Ну, у нас еще время с тобой есть, да. Обязательно дойдем до золотой. Но самое главное, объясни мне, как лучше победить бессмертию. Я буду тебе очень благодарен. Потому что, ну, друзья мои, нет, если бы, конечно, вы, у меня были бы карты все, да, которые мне нужны, я бы, конечно, ее подбил бы на изи. Но у меня именно тех карт нету, которые нужны. А крафтить не на что пока. Так что будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!